Успех – это умение использовать каждый шанс. Мне захотелось чего-то достичь. И назло некоторым товарищам, которые говорили мне: ты старый. Ну, в Москве возможности, и надо тут становиться первым. Это сумма маленьких достижений, повторяющихся день за днем. После тренировки он не идет садиться за компьютер, а делает то, что нужно делать профессиональным хоккеистам. Он занимается дома. Успех создается не способностью, а желанием. У него сейчас кроме хоккея вообще ничего нет никаких интересов. Я хочу быть лучше. Это путь, а не цель. Я не хочу, чтобы он был профессиональным боксером. Потому что на данный момент у него есть выбор. Ему 17 лет, поэтому у него метание происходит еще в душе. Невозможно выиграть или проиграть до тех пор, пока не участвуешь в гонке. Готов к бою? Конечно, готов. Вот в бою и посмотрим. Саша, Дис! Эй, хорошо, еще туда! Молодец, Никита! Давай, бросок, бросок! Главное, чтобы он в этот момент не сбился, а продолжал двигаться вперед. Папу на тренировку радуешь, маму после пятерки на сегодня после школы радуешь. Спортшкола. 4 мая. Премьера. На Матч ТВ.